Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге, в любимом концертном зале Аллы Пугачевой, большой концертный зал Октябрьский, вынесли ее портрет оттуда. Там при входе в фойе висят портреты наиболее известных публичных людей, которые выступали в этом концертном зале. Но, естественно, там был портрет Пугачевой, уже был. Мы говорим, не есть, а был. Он провисел там 40 лет, друзья. И сегодня его оттуда, уж я не знаю, торжественно или не торжественно, но удалили, вынесли. Это говорит о многом, говорит о в целом отношении к этой проблеме, скажем так, если можно так назвать. Вот что пишут СМИ по этому поводу. Портрет певицы Аллы Пугачевой убрали из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Значит, по словам журналистов, поклонники Пугачевой протестуют против такого выбора руководства Октябрьского, призывают либо вернуть портрет исполнительницы, либо снять изображение всех остальных артистов. Ну, сейчас прям сняли, убрали. Послушайте его на ее подругу Вайкуле, которая выступает за, оправдывает снос памятника советским солдатам. Это ужас, что она говорит, это просто омерзительно. Или говорит россиянам, русский язык не ваш. Портрет Пугачевой находился в фойе концертного зала около 40 лет. Ну, не знаю, куда вынесли, но предполагаю, где он теперь будет находиться. Значит, Пугачева выступала в Октябрьском около 20 раз. Певица отмечала, что считает этот концертный зал одним из своих самых любимых. Ну, что поделать. Любимый, нелюбимый, но все уже. Друзья, я считаю, что это, конечно, сигнал. Это маленькая, точечная такая вещь. Но все-таки она говорит о многом в целом, потому что руководство концертного зала никогда не примет решение. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, это в целом говорит о, об этой проблеме и об отношении к ней, так скажем, сверху. Да? И отношение крайне такое трепетное с той точки зрения, что вот даже вынесли портрет. Поэтому, да. Не думаю, что вот эти планы, о которых сейчас рассказывают, что если она разведется, она вернется без проблем. Не думаю, что без проблем у нее это получится уже сейчас сделать. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.